Салют, дубль 2, Игорь и я, Анатолий. Параплан, Гудаури, Грузия, высота 2350 над уровнем моря, приблизительно. И мы готовы лететь. Игорь, готов? Да. Напомню тебе, скажу, идти назад, идем назад, идти вперед, идти вперед. Главное, не падай, иди назад. Нормально иди, главное, не упади, договорились? Стань удобно. Хорошо, одну ногу вперед, назад, вперед, нормально. Встань, устойчиво, хорошо. Да. Все, садись. О, вверх. Подожди, спеши, я справа просто вижу. Давай, правый. Хорошо. Удобно сидишь? Да. Сейчас ветер получше намного. Как ты определяешь? Ну вот прям чувствуется. Видишь, что он есть потоки. Просто, да? Нет, тогда да, тогда он как-то слабо очень. Ну потому что, наверное, солнца не было или было солнце? Не, было солнце, но вот ветра было мало. Ты знаешь, тут главная фаза. Потоки, они примерно как волны. Ты же знаешь, как волна, да, идет? Это слабая, потом сильная волна, да? Ну да. То же самое с потоками. То есть принцип один и тот же. Мы ждем на слабой волне. Хватаем слабую, волну, держим, удерживаем ее. Пошла сильная волна, начинаем обратно. Thank you.
Казбек, да, там было? Да.